Так, вот чистенькая территория около дровяника. Здесь все протерто, трава выдергана, все прибрано, собрано, все, что нужно будет сжечь. Вот бабушка только что унесла пакет с мусором. А здесь тоже все, плиточка постелена. В общем, красота, чистота. Идем в теплицу, где я оборудовала бабушкин уголочек. Все разобрала. Вот сюда поместила все ее препараты, скажем так. А вот сюда все для там организации этих растений, то есть какие-то там проволочки, резиночки, чтобы все подтягивать. Пакетики. Вот здесь у нас перчаточки, инструментики. Причем перчаточки тоже расфасованы. Здесь какие-то кастрюли, а там тортницы и эти штуки для поливания. А вот здесь бутылки для того, чтобы разводить всякие жидкости. Дальше идем смотреть огурчики. А это, нет, это не огурчики, это у нас арбузы, вот. А вот такие огурцы у бабушки здесь. Пока вроде не собирали еще урожай. Вот здесь муравейник нашли. Очень большой, там еще была горка с этими сорняками вырванными. Вот они там кучу яиц наложили. В общем, такая вот красота. Здесь я потратила весь день, но зато так чисто, опрятно и аккуратно. Вот так картошка выглядит. Постепенно цветет, что-то желтеть начали кусты. И капуста. Вон там горошек. Идем. Так.